уже все движется к финалу. Но нам как-то до этого финала надо дойти. Так. Все нахрен закрыто. Блять. Да понятно, что ничего нету. Так, кто-то зашел или кто-то вышел? Я не могу что-то ничего понять сначала. Третий. Нам вообще не нужен этаж. Отлично. Так, стоп. Блять. Да ёб твою мать. Так, на каком этаже? Класс биологии. Стоп, а нам чё, в кафетерий? Твою мать. Блин, ну если сывануться только на второй сейф, как говорится, да? Да идите нахер, достали. Блять. В смысле, блядь? Супер, блядь! Я вообще, блядь, знал, что... Лопайся, блядь. Антидот. Супер, блядь. Нам прям сюда и надо, в кавычках. Кто так долго? Один антидот, на, мать твою. Блин, а как нам добраться?
Так, что там? Супер. Да ё-моё. Это какой этаж? О, кафетерий, что ли, тут? Да ё-моё. Так. Слава Богу. Антидот. Да блин, подожди ты. 1500. Так, а что купить? Больше здоровья. Почему бы и нет? Еще монетка, отлично. Супер. Чего? Бинт. Так, вот я думаю, тогда класс биологии лучше записать, да? Так. Один С. Ну, алло, гараж. Стоп, не в тот класс пошел, что ли? Твою мать. Ну, бывает. Ага, это все-таки тут, да? Так, отлично. Махай. Махаё-хаё. Так. Раз, два. Ну! Взрывайся. Мать твою. Так, это какой класс? Ага. То есть мой класс должен быть, по сути, здесь, да?
1Е. Да? Я угадал? Так, так, тихо. Ну да, угадал. Так. 5 утра, но все еще темно. Окей. Все кончено. Прошу, скажите мне, что кошмар закончился. Конечно. Нет. Все только начинается. Что случилось? Почему здесь скорая? Да, кстати, помните, это начало, поэтому, я думаю, все помнят. У какого-то парня из 1Е прямо в классе случился припадок. О, у него что, эпилепсия была? Не знаю, его Йонха зовут, но, по крайней мере, так одноклассники сказали. Йонха, впервые слышу. Неудивительно, бьюсь об заклад, что он один из тех задротов, которые часами тусуются в интернет-кафе после игры в Spacecraft. О, тогда понятно, такие вечно избегают людей, мне его даже жаль. Очередной несчастный случай, эта школа с ума сошла. Блин, еще один что ли загнулся? Вау, это что, Йонхозник? Лучше молись, чтобы этим делом не занялась полиция, Мюнгиль. Эй, а чего на меня-то уставились, придурки? Я его, может, и шпынял, но уж припадок-то я не вызвать-то не мог. Мюнгиль, довольно. Ни твой наглый язык, ни твои выходки тебе не помогут. Как такое могло произойти? У Йонхо никогда не было подобных проблем. Клянусь, на этот раз я тут ни при чем. Я поеду в больницу после школы, хочу его повидать. Серьезно? Я слышал, что там легко подхватить всякие болячки и умереть, детка, не стоит. Хватит называть меня деткой, лучше я заболею, чем услышу от тебя хоть еще одно слово. Подождите, я с вами. Мэм, пожалуйста, оставайтесь здесь, его родители уже в курсе и скоро приедут в больницу. Ладно, поехали. Но я его учительница. Еще чуть-чуть, и он бы вырвался. И теперь реликвия в руках тени, она слишком сильна. У школы сейва большие проблемы. Йонхо нужно вытащить, иначе он останется в коме навсегда. Так, ну что я могу сказать? Тут концовок несколько, поэтому... Я, наверное, выложу остальные концовки. Вот. Ну, точнее, хорошую концовку, потому что тут есть плохая концовка и хорошая. Их вообще 5. Вот. О, картинка другая. Так что с вами был Денис, канал Казоку Фэмили. Я еще так скажу, что это не все сюрпризы, которые есть. После того, как это меню закончится, будет очень интересный ролик, который будет вам показан. Вот. Так что с вами был Денис. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приглашайте друзей, делайте репосты видео. Так что всем до новых встреч. Надеюсь, вам нравится контент, который я делаю. Я стараюсь. Вот, как могу. Хотя, в принципе, есть и другие дела, кроме, конечно, Ютуба. Я еще в порядке держу и Одноклассники, и ВКонтакте, и Фейсбук, и Инстаграм тоже. Так что давайте на связи. Всем всего хорошего. Всем удачи. Всем пока.
И всего вам хорошего, дорогие мои друзья, подписчики, знакомые и кто меня знает. Пока!